Два автомобиля-близнеца были обнаружены сотрудниками госавтоинспекции Киевского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автосервис». Владельцы двух абсолютно одинаковых авто Hyundai Sonata передвигались по Одесской области, даже не подозревая о том, что номера их машин идентичны. Как оказалось, автомобиль-близнец был приобретен накануне. До этого его незаконно ввезли в Украину и присвоили подставные номера. Владелец этого автомобиля вчера, якобы, ну, со слов, он его купил в городе Ильичевске, он его купил по интернету, не приведя каких-либо проверок данного автомобиля, деньги заплатил, и вот сейчас выявлен, и автомобиль будет поставлен на штрафплощадку, и будет проводиться проверка законности приобретения и пребывания данного автомобиля на территории города Одессы. Купленного автомобиля его владелец лишится, так как он считается контрабандой, а сотрудники ГАИ уже начали поиски продавца незаконной машины в Ильичевске. Ведется следствие.